Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале питомника Марины Стик. Ой, потеет камера, у меня работает инкубатор. Хотела показать вот этого малыша, но не получается. Инкубатор работает. У нас еще идет вылуп перепелят. Так, в инкубаторе норма лупер. Ай, одну секунду, протираю. В чем фокус? Смотрите, он вылупился из вот этого заклеенного яйца. В яйце была трещина. Ну, такой дырочка, скол неглубокий. И вот именно из него сегодня появился на свет вот этот маленький перепеленочек. Такие яйца вообще нельзя в инкубатор класть. Но все-таки, тем не менее, обратите внимание, получается вылуп. У меня Техас, вот пятнистые яички, был продавцом так упакован, что много приехало побитых яичек, но те, которые были не сильные, не насквозь, я заклеила таким же образом лейкопластырем. Совершенно абсолютно нормальный птенчик вылупился у нас. Вот бегает тут и ждет, когда появится его братишка или сестренка. Так что такая операция, если действительно яйца очень ценные, имеет место быть, имеет право на жизнь, потому что вот такой вот абсолютно нормальный полноценный цыпленочек получился из вот такого яичка. Если у вас, для вас была полезна эта информация, не забывайте ставить малышу лайки. Он старался, вылуплялся. И вот буквально час назад появился на свет. Это селадон. Дальше будут у нас еще Техас. Новая порода для меня перепелов. Обо всех расскажу, все покажу. А пока ждем вот из того яичка. Птенчика. На этом прощаюсь с вами, дорогие друзья. До новых видео и до новых встреч на канале питомника Марины Стик. Здоровья вам и вашим питомцам!